Я не знаю, кто сделал. Бля. Меточники, дойдите подальше. У нас супер дерьмово стоит. Бесов сбьем. Вот, вроде поставим. Быстрее добивайте, чтобы метка на вас не упала. Все, уйдите отсюда. Бьем. На хейке метку. А нет, на аниме нет. А мне хейк. Блять, почему он... Почему бесы так интересно появляются? Бьем бесов. Собирай раны. А, не могу. Окей, я держусь. А можно мне помочь бесов добить? Алло. Дальних добиваю только РДД. Как сможешь, забери. Метка на чеме. Бьем. Аниманик прохил. Метка на мне нормально. Бьем бесов. Забери, я случайно забрал. Бьем бесов. Забрал он, бро. Дай бесов, бесов бейте. Сейчас, сейчас, сейчас. Щиток на меня киньте. Бьем бесов, я улетел. Если можешь забрать, забирай. Не, 15 секунд. Метка на чеме. Мне зубы нужны, меня шотнуть. Зубы в Нурика. Бесов бейте. Навара, бесов бейте. Аниманик прохил. Аниманик прохил. Забрал, забрал. Щиток. Метка на мне, все хорошо. Бьем дальше. Долго бьем, пиздец, долго просто. Бесов бейте. Дальнего беса только РДД бьют. Ну, либо так. Бесов бьем. Щит меня. Я улетаю. Сель, давай гемномана. Можешь забрать? Бесов бьем. Мне порча только через 15 секунд забьет. На чеме метка. У нас идеально метки разбрасываются. Даже хантера не цепляют. Щиток по аниманику. Бесов бьем. Все бесов бьем. Метка на ханте. Хант плюсик поставь. Есть масс-сейв. Да, тебе масс-сейв сдадут. Плюсик поставишь, масс-сейв сдадут. Не скажу. Окей. Хорошо. Бейте бесов. Больше-больше урона по бесам дайте. Ага. Давайте Геру. Сдал. Да. Все. Там точно добьешь комнату. Добиваем бесов. Бесов добиваем, бьем жесткого босса. Все, давайте, дайте урон хороший. Свапнулись в бесов. В бесов свапнулись по-быстрому. Бесов, бесов, свапнитесь. Сейчас будут эти бесы. Да и Винер. Бесов, свапнитесь. Уйди от меня. Дайте ребаф по... Не было, дали метку. Ну, хуё. СС есть на Локе? И как появишься, СС сразу кинь на него. После комнаты. Бейте бесов.
Если есть забрать, забираю, у меня уже это стало. Сразу СС в него. Гимна ману кастаните. На кого СС? На Хантера. Щиток ухожу. Иди чё. Пробьём. Метка на чёме. Бесов слапнулись? Короче, держись, но мне порча. Рарник дай и сокру. Бесов бьем. Можно босса ебашить чисто? Не, нет. Мало еще. Бьем бесов пока. Бесов, бесов бейте. Аниманик прохил. Я забрал вам рарник. Нам надо что-то... Есть масс есть, спросите. Надо с маной что-то придумать, у Войда 0 маны. Рарник, есть какие-то там... возложение рук на Войда? Там только ты не умри. Там уже РДД в метку. Я маз дал, бейте босса. Бейте босса, 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 просто бейте. Вам походу сложно смотреть за своим дебафом. Бейте босса. Просто босса все бейте, забейте на бесов. Маз сейф можете сдать. Бабл готовь, Рарни. Ебать, еле-еле. Ебать, долгану. Опа! Долгану! Долгошлеп. Ну, бля, роль ты хули. Вот знал, как на сову зайти надо. Долгану к тому, кто комнаты закрывает. Ну, чё, кто ролит, получается, анименик? И все. Все, больше никому. Анименик, ГЦ. А чё он с гильдии съебал? Потому что охуевший. Потому что килая охуевший. Ну, тоже факт. Чё, вы с ней поругались? За что ты так? Ну, Кила есть очень много вопросов, но кто-то она просто... Хорошая. Кто-то просто это терпит, а кто-то нет. Она хорошая, она добрая, она милая. Ой. Ебать. Я согласен, как человек она нормальная, но как РЛ и ГМ это хуйня. Давайте, там, я могу трэш уже бить? Да-да-да, можешь трэш уже бить. Чё там что такое? В этом, в Годфазере, сколько рейдов? Один, иногда два бывают. Вика, чё такое? Чё грустно смотри-то? Кто там ГМ сейчас в Годфазере? А, не знаю. Я там только за пацанов знаю. Ну, анименик ты знаешь? А-а. О, г- кто г- этот? Плохо ведут себя. Не просто. Ау, Саня. Не говорят, что там типа мужчина такой лучший РЛ. Передай ему, что он петух. Он охуенный. Охуенный петух. Кто такой Саня? Пусть будет так, блядь. Хао это который ШП? ДЦ. А, ну я понял, да. И ШП и ДЦ у него выпуск. Понял. Ну, знаю, я на пару РТ только был. Я же недавно в гильдии, но в целом нормальный РЛ, хороший. Да, ничего да, не знаю, боб на меня. Я хочу боб. Короче, ешьте рыбу, я пока быстро расскажу, как это животное бьется. Короче, бьем босса, все встают на рендже от друг друга, милики максимально тоже друг от друга стоят. Бьем босса, кикаем. Только этот ледяную стрелу. Только. С максимум должен быть заморожен один человек, потому что бывает такое, что стрела не кикается. Все, стоим, бьем, кикаем стрелу. Если босс смотрит на вас и кастует огненную стрелу, отходите немножко из мили-зоны, если он в мили-зоне, потому что вы всех дамажите. Я это попытаюсь проанонсить, но такое. Вот. Тут три мини-фазы условные. Первые фамильяры. Тёма сам все знает. Короче, просто бьем босса, все знают.
Ой, босса говорю, фамильяров. Вторая это зима. На зиме Боб кидается в Хеду. Нет, не в Хеду. Боб кидается в Сельдь. Сельдь кастует гимн на ХП. Просто сразу, как только получаешь Боб, сразу кастуешь гимн на ХП. Слава все знает, Хеда все знает. Все, бегаем вокруг. А, еще очень важный момент, история. На зиме никто не стоит, все бегают. Ты бегаешь вокруг босса, также кикаешь стрелу, но ты бегаешь. Не стоишь на месте, а бегаешь. Первый раз тут за Эршама, ну, ты справишься. Вот. Ну и все, а третий — это венец пламени, просто стоим. Все, и курим. Короче, тут от тебя, история, самое главное — это кикать вонючую стрелу. Давайте я прямо назначу, что ты первый кикаешь. Вот. Потом кикает. Кто у нас может кикать? Каин же может кикать? Да, может. Каин может кикать вторым. А если Каин еще не может кикнуть, ну, блядь, докикивайте, я хуй его знает. Короче, что, Бог, давайте, я уже не могу. Готовность. Мы куда вы все побежали? Выйдите, пожалуйста, из комнаты. Я заявежу эту вонючку, потом зайдем. Все, заходим. Встаем на рейндж. Я слышал, тут и без танка можно. Я... Так мы били без танка спокойно. Ну просто куда? Я... Это, куда сносим ледяную глыбу? Никуда. Ну, желательно поближе к мили-зоне. Допустим, вот если вы прям сюда, видите, да? Что она не успевается, то лучше к мили-зоне. Ну, в идеале в крест, но это такое, прохладная история. Ну, вы все с одной стороны стоять должны. Давайте тут квадратом встанем как-то. О, возле книг встаньте, тогда вообще не достанет. Поехали. Я скикнул. Вот, Каин, отошел Каин. Все, дальше бьем. Сельдь, стоишь на месте. Кик. Кик, все, молодцы. Каин вышел. Все, обратно вернулся. Кликнул. Угу. Анимейник. Не усп... Но это нормально, что он не кик. Надо его разморозить. На ком... На... История, на ком... разморозить. История назад, история. Да не, он первый раз он не сможет это сделать. Войд, попробуй ее разморозить. Не разморозишь. Короче, стой, где он? Экранник, назад. Все, зима. Боб на сельдь, Эма на лед. Поехали. Я сдал, сдай мой сейф тоже. Анимейника поднять, анимейника поднять. Камень скушай. Похуй на анимейника. Кикну. Все, поднимите рейд. Ни разу хила не было в анимейника. А чё? А почему она гим не каштовала? Бля, она каштанула. Кастл? Я не знаю. Падайте. Она не кастанула гим. Давайте диван. Она бегала. Дайте да, диван. ШП еще. Не было, поэтому. В смысле не было? Я сказал кинуть Боб. Ну, а ей кастовать не было, команда на жизнь не была. Да. Было, в смысле? Я перед рейдом сказал, как только получаешь Боб, сразу кастуешь гим на ХП. Ладно, буду говорить вообще все в кучу, хорошо. Я понял, как размораживать, только не увидел анимейника. Нет, да это понятно, это все. Я тоже не знал, где анимейник стоит. Вот если бы договорились в крест сносить ледяную глыбу, которая не сбивается. Ну, выносите в крест. Че, кто против? Вот, полукругом вокруг креста вставайте и выносите ледяную глыбу в крест, чтобы мы знали, где вас размораживать. Есть рыба или мне слетать до аукциона? Да, да, нет. Давай, ставь. Может, я тут в этот форик? Да, можешь фурика? Ну, а нет, тогда нужен. Короче, еще раз по зиме. Боб кидается в ШП, ШП кастует гимн на ХП. Остальные хилы хилят и двигаются. Остальные просто бегают. Сдается Эма на лед и сдается массейв от Нурика. Все. Сейчас я ДДшные перчи наделаю. Тоже мне много ХП не надо, по сути. Больше ничего не надо. Как покушали, выйдите из комнаты, как будете готовы. Погнали. Сейчас, секунду. Ну, все.
Не, кикайте нормально, это нормальная ситуация, что во льду, типа, это, один лед кидается. Там не сбивающийся бок. Она не сбивается. Да-да-да, я понимаю, я поэтому и говорю. Но не больше это должно быть. Больше одно это ГГ. Все, просто зиму один раз переживите, и больше все будет хорошо. Мы его сдуем. Можете припоты пить. Этот, дай лапку. Лапки. Даю. Нихера я. Я попал. Тайн. Кикнул. Кикните. Все. Это не кикается, Влад, вперед чуть-чуть. Вот я в гости. Хейкера. На-на. А почему, блядь? Ну прохиливайте. Воид, встанешь? Фулл ребаф дайте по Воиду. Я дам иннер. Чё рейд падает? Где хил? Не знаю, люди не хотят хилить. Красноярс по всем фамильярам. Первого вот этого бьем. По мне бейте. Алло, люди. Рарник жилёк, да, уже? По-моему, это вайп. Да. А, рарник еще дисконнект. А, он дисконнектнулся, да. Ну, не, в девятером спокойно, я потом бернул бы Кайну. Зря потратил. Ну да, кто знал. Нам от огня аура нужна. Поставь, что тем от огня. У нас рарник от этого от холода держал. Давай пикса один раз. Ну. Я. Больно было. Ну, не прохил. Справедливо. Я хотела повесить бафы на нем. Просто баф повесить. Какие бафы? Прохили он на 100, потом бафы раздали. У него там 2 как хп, ты на него бафы кидаешь, и еще один шар на него летит. Да, я просто пока вставал, поэтому хила не было. Я вот думаю, я эмблему выбил долгоногу. Теперь больше никогда в Кару Хэм не пойду. Все правильно. Я бы вообще ливнул с этой хуйни нахуй. Сказал бы, ребята, блядь, мне пора. Нет, я просто каждый раз все хуже и хуже закрывается. Вот я вот сколько? Мы 4 КД ходим, с каждым разом все хуже и хуже. Ну это пиздец. Потому что каждый раз разные люди. Да, я понимаю. Ну, блядь, кара закрывается 2-2.5 часа максимум. Ну, она закрывается так, когда состав людей, вот, которые, допустим, мейн-персонажем играют, а не то, что там 10-й твинг, и когда люди не лагают, когда они туда уже ходили. Я вот тут не был, не знаю, сколько я не был, блядь, руны немножко по-другому стали скидаться на смотритель. Но я тут не был, сука, может, месяца 4, нахуй, хуй знает. Полгода, нахуй. Ну, короче, дохуя. Ну, короче, ГП, да? Получается, тем более, я за Шаму, блядь, ну сколько я вот последние пару КД только целка на 8 боссов ходил. Кару, вот если бы я ходил в нее, типа, 3 месяца подряд, каждая КД, нахуй, то было бы, ну, наверное, было бы получше. Ну, плюс ДЦшник, если бы не лагал, то, наверное, еще было бы получше. Ну вот, блядь, у тебя третье место, кольцо света. Ты кольцом света хилишь? Серьезно? Выкинь эту кнопку вообще. Света? На третьем месте. Не трещит, еще раз говорю. Это у этого, у тебя у Холика кольцо света. Щит дает, у тебя этот не дает щит. Он дает ДЦ? Щит. ДЦ? В ДЦ кольцо света? Да, кольцо света. Я хуя.
Она в холле с Пеки, там есть кольцо. Я вижу, что он дает мне дополнительный щит. Я ее юзаю иногда, когда спамлю и кольцо, и одновременно щитки по вам. Когда рядом со мной кто-то есть. В смысле? А что на первом этаже не починилось? Дорезать у меня маны нет. В кого надо было давать, чтобы для ДПС? Щиток для дополнительный, который абсорб дает, он 20% открыто. У тебя кольцо света. Но сейчас все сдохли, я подошла к двери и начала спамить кольцо света тогда. Где у тебя? Там написано круг исцеления, алло. Нет никакого кольца света, ты зря его спамишь, что ли? Блядь, смотри, вот, я кольцо света сейчас юзаю, на некоторых людей висит щит. Ну, точнее, на тех, кто со мной в группе. Поставьте рыбу, пожалуйста, и поднимите Кайна. Божественное покровительство называется этот дополнительный щит. А сколько он абсорбит? Есть какой-то рекаунт? Божественное покровительство? Он абсорбит 20% открыто. Хеда, поставь, пожалуйста, рыбу. А, сейчас поставлю. Починитесь у Дживса. Ну, круг исцеления, наверное, больше хилит, чем этот... Круг света. Я его юзнула, когда вы все сказали, что все, вайб, я подошла к двери, к вам подошла, начала спамить ее. Алло. Ну да. Алло. Поели все? Разбафались? У нас осталось 3 босса. 3. Давайте без хуйни. Выйдите, пожалуйста, все из комнаты. Погнали. Джив сзади стоит. Починитесь и зайдите. У вас 10 секунд. Все, починилось. Это твой. Поставь тотем от огня, пожалуйста. Пейте препоты. Если что, я на рандом говорю. А когда челик в глыбе, он хилится, нет? Да, хилится. Конечно. Не попал. Ну нет, попал. Если в меня что-то будет кастовать, скажите там. Ты на хил панели смотрю. Кик. Не кикну. Фамильяры. Будьте готовы, Коснояс раскидали, по мне встали все. Бьем первого вот этого. Все. Бьем. Быстрее. Мы в 9 человек, быстрее бейте. Отдавайте все свои бурсты. Полбоя без формы бил. Это просто какой-то кринж. Пять. Аккуратней, сейчас может шотать. Дайте быстрее, босс. Только тут никого не уроняйте. Сейчас появится босс, там, скорее всего, будет ледяная стрела, сразу кикните ее. Или нет. Нам повезло. Я тут стоял, кто это? Кайн, выйди. Хейки. Давайте, ребят. Сдвися немножко. А, ой, я тебя не увидел, сорян. Я тут, я вообще не смотрю на своего персонажа. Брокси, выйди. С
скажете, когда Геру? Да, скажу. Тянку надо будет разморозить по-любому. Где она стоит? Далеко. Вы сейчас будет... Да, я ее вижу. Кик. Хорош. Блять. Боб на... Боб, Эма и... Давайте, короче, терпите. Я хую. СС, если сможешь, кинь на тянку, если получится. Все лучше. Я подниму сейчас сельдь. Фулл ребаф по сельде. Меня поднимите по хп. А, не кикнули, да? Вон. Рарник разморозить. Тихо. Не получишь. Не получится, все, фамильяров. Сейчас появятся фамильяры, Геру сразу давай. Давай, Геру. По всем косноясы бейте. У меня еще 8 секунд нет. 5 секунд. Все, я с вами. Погнали. Перебегайте. Нам надо еще это успеть до конца Гера схавать это все дело. Смотрите, нужно будет сейчас кикать, скорее всего. Нет, не нужно. Меня поднять? Там ТСС кидал? Да. Хорошо, хорошо. Давайте, сейчас, скорее всего, еще одна спецспособность будет. Будем надеяться, что это венец. Рарник вышел. Рарника нужно будет разморозить, анимейник попробуй. Он в мелизоне, не получилось. Бывает. Да. Дайте гимноману. Че дай? ГГ. Давайте, все массовы сдавайте, дайте гимна ХП там туда-сюда, просто переживите это, и мы его убьем. Я вас очень прошу. Камни кушайте, локовские и так далее. Живите, живите, живите. Историю поднять. Добиваем. 10%. Попробуйте добить. Прохиливай, хеда, делай, что хочешь. Гим на хп дайте. Нифига нет, у меня гима. Ну да, и хила тоже. Добивайте. Похили, если что, в сове, кроме тебя, тянка есть. Не, я лучше побью в сове. Я думал, она сдохла. Каст стрела. Да, все, блин, просто добейте, все. Тихо. Добейте просто и все. Не двигайтесь. Блять, вы конченые, нахуй. Ой, бля. Все, я отошел. Ой, боже мой. Зачем? Ты что, первый раз что ли здесь? Ебанься. Зачем? Там 1% был. Бать, ты не знаешь, что ничего на венце делать или что? Боль. А, он же... Так ты на босса смотри, что он кастует. Кого тут анонсить? Ты должен видеть, что, что у тебя босс кастует. Ты сам это вообще... должен видеть. Орали, блядь, стой на месте. Не двигайтесь.
У тебя ДБМ на пол экрана пишет, не двигайся. Да хули уже, если жрать говно, то уж не ложкой, а лопатой. Сука. Как не могу тебе резать. Как это еще, блядь, поговорка есть? Отхлебнуть чего-то там полностью, да? Хлебнуть, блядь. Нурик тоже отошел? Хули, после такого, блядь, я бы тоже отошел в мир иной, блядь. Да, бывала разная хуйня, да. Он на 100к хп, ебать. Вайпались. На Синдрея, блять. Да, на многих боссах бывало, что, блять, не добили 100к, ну. Не, в кару надо вообще, блядь, серьезно подготавливаться. Ну, блядь, просто это. Некоторые первый раз, поэтому это рейд освоения тоже. Пам-парам-парам. Повайпаться 5 раз, потом уже получше будем играть. Ну вот, например, размораживать людей. Ну, нужно вставать поближе к кресту полукругом. Если человек вынес в крест глыбу, то все знают, что тот, на кого босс выбирает цель и кастует огонь, надо подбежать в крест и разморозить челика. Вот это было бы круто, если бы все так делали. Ну а если приз стоит там в противоположной стороне комнаты, и я на шамане такой стою, в меня кастуется огонь, я, конечно, никак его не разморожу, я не могу телепортироваться. Для этого такая расстановка. Да, я думала, чем дальше стоишь, тем лучше. Оказывается, нет? Да. Ну, лучше где-нибудь на другом боссе, наверное. На этом надо полукругом стоять. Возле креста недалеко, что, ну, 15 метров, чтобы за 1-2 секунды успеть вынести глыбу. И потом следующий каст огня в человека летит, чтобы он с кружком под ногами огненным подбежал, разморозил челик. А челик, стоящий в глыбе, это минус ДПС, минус хил. И из-за этого мы дольше бьем и вайпаемся. Хотим процентик. Ставьте рыбу. Сейчас поставлю. Там, а, он же пришел. И поставьте шкаф. Присумоньте вара. Нажмите на шкаф. Не грусти, Хейки. Синдру скоро бить. Или там ее бить. Потом Лича еще. Потом Халиона. Супер неинтересные инсты. Я получил дикое удовольствие от целка ХМ-десятки. Первый раз, наверное, за пару месяцев, что мне было что-то интересное. Я вообще сидела, стрим смотрела. Я, Нурик, суманил тебя еще раз, суманил. Ешь рыбу, обновите масло в фласке. Дайте баф по Нурику. Чек на готовность. Отойдите от комнаты. Заходим. Давайте расстановочку как-то, блять. Вот я, допустим, тут стою. Встаньте, блять. Не надо там, блять, возле стен тех стоять. Вот, допустим, Тянка, иди сюда. Иди сюда. Вот слева или справа от меня встань, чтобы тебе близко крест был. Вот, да, вот на таком рендже нормально.
Остальные тоже там РДД, вот кто там? Вот Сельд тоже, Петь. Иди сюда. Сельд, иди сюда, прием. Справа от шамана встань, если смотреть на крест. Ну ладно, поближе к кресту. Вот, вот, вот здесь, да. Все, немножко рейндж там наберите. Чтобы вы, блядь, делали нормально. Майник в крест. Эльд, разморозь его. Подойди к нему. Окей. Тик. Найс. Мелик, перебегайте. Еще не готово. Мелик, перебегайте. Твои прожимки отдайте, у вас не шотнул. Смотреть сейчас можно, нужно будет, наверное, кикать. Нет, не нужно. Так же встали, где стояли. Дейнер. Опа, селедки, мана, лед и сейф от Нурика. Сдал. Свои прожимки тоже от друг друга. Отбежали на сейф. Все, молодцы. Поднимите рейд. Вернитесь к кресту поближе. Выйди с Мелизона, ты же всех. Фамильяры, Косноязд по всем. Геру надо? Нет. У нас 10 человек. Еду гимн на ману прокастуй. Два раза по 40. У меня просто этот от Арана урон был дебаф. Будь интересно. Есть БР? Да, я потом поберю. Я там забыл, что на тайной магии, или там два на меня взлетело по 40к. Дайте фулл ребаф по боксе. Прокси. Добивайте. Свои прожимки отдайте, чтобы не умереть. Смотрите за кастом. Давай, Гер. Не сбивается. Тори в Мелизоне разморозит.
Еще одна спецспособность будет. Будьте готовы. Если что, сейфи. Ебать. Ну, фу, давайте полный сейф. Все, что есть, отдавайте. Пытайтесь прохиливаться. Хотя бы полрейда. Ставьте. Ты так не сбивается, равник. Тянк он. Добивайте. Гем на жизнь, дай сесть быстрее. Добьет. Дайте гнева убивать. Нихуя ты так попал, он там. Тапки. Ну-ка, тапки, мне вот это нужны, да, наверное? Да. Ну лучше, чем твои критхаст. Ну-ка, у меня какие там? Сокеты. У тебя там вообще бичарские. О, у меня 51 СМП-5. Заебись. Хоть что-то. А, я тут говорю. Я гемка стала, если что. Молодец. Все, можешь пулить. Всех подвести сразу. Да, конечно. А у ШПшки есть спек холика? Только ДЦшки. На всякий случай спрашиваю. Окей. Нет, только ДЦ. А что там, зачем холик? У меня есть легкое ощущение, что мы молча не прохилим. Угу. Нифига себе. Не, ну пробнем разок. Нет, ну... А что, сейчас же еще это... Да. Как он называется? Да. Гнев или кто он там? Да там это не босс. Да мы его пройдем, но молча, да, там сильный хил нужен. Тем более два танка просто падают, пиздец. Нет, мы закрывали, конечно, Эршам плюс ДЦ. Но что-то как-то сегодня все не в форме, по ощущениям. А там капы у ДЦ и холика сильно отличаются? Там, по-моему, на регену там. Ну, типа, если просто сходить... А, ну, вся, короче, подумаю. Ну, типа, 2 ДЦ толку 0. У ДЦ же нету обычного хила нормально, у нее же только флешка. Или что? Флешка, ну, там молитва. Молитва, исповедь, если только юзать. Нет, 2 ДЦ, они могут сыграться. Ну, я не знаю. Любые два хила в десятке могут сыграть. Ты можешь сам выбрать. Даже во времена Накса в 2 хэпала проходили. Как бы это ни казалось удивительно, там. И спорки вот этот босс прохилил от хиба. 2 хэпала прохилили нормально. Ну ладно, посмотрим сейчас, как там будет. Если будет прям совсем. Ну, прям... личный скилл тоже важен. Типа, если на тебя пожирающий, то ты нажимаешь свой скилл классовый. Да, то есть это считай двое зубов, двое ПС, двое этих исповедей, МВшки. Если 4-4 у всех есть, конечно. Ну вон там, допустим, прист может в слиянии с тенью нажать, если на ней эта хуйня пожирающая. Да, просто плохо, что мы же с тобой, Нурик, помнишь, в прошлый раз, когда закрывали, мы на ласт фазе, у нас всего одна метка была. Ну, у нас ДПСа, да, хорошая. У нас ДПСа было вагон, а если мы сейчас пойдем в 3 хила, там будет точно 2 метки. Ну да. Даже 3 может быть. Давай с первого 2 хила попробуем. Нет, попробуй-то попробуем. А, у тебя есть холик? Да, есть. А, ну все тогда. Только я не умею играть в него. Надо настроить там отдам. Не, лучше 2 ДЦ, чем настраивать что-то. Чем не до холик, да. Короче, вставайте все в ряд. Никто спереди, сзади не стоит. Все стоят в линию. В линию встаньте все. Мне приставал нужно. Да, ребафнитесь. Короче.
Нет, ты не ДЦ. Здесь это мы промолчим, говорим. Здесь ты ШП. Короче, танк, я надеюсь, все знает. Что делать с этим? Единственное, что под дыхание там скажешь, если что, зубы там сдать или еще да, что-то. Очень. Короче, здесь стоим. Появляются три луча. Рога может скидывать это кошем. То есть вообще не парься. Нет, там не кош, там ваниш. Да, ваниш. А, ну ванишем. Ванишем, да. Боб тогда кидай, или что там нужно кидать, в хилов. Остальные просто выносят. Я надеюсь, все знают, как выносить лужу. Я лучше проговорю. Под вами лужа разливается. Лужа разлилась, сделали вперед на один квадратик. Дальше. Лужа разлилась, дальше выводите. Вот так вот аккуратненько. Не надо носиться. Надо ждать, когда лужа выльется под вас. И тогда только уже переходить. И смотрите, чтобы вас могли прохиливать хилы. Да, и еще один очень важный момент. Лучи ни при каких обстоятельствах не должны пересекаться. И никто через лучи не бегает. Все. Это сам... Ставьте подальше друг от друга. Один квадрат, один чел. Не, там это пофиг. Не, это пофиг. Нет, они сразу столкнутся, лучи, если будут. Он тогда тоже взлетали с пола прям. Ну, подальше, ставьте чуть-чуть. По квадрату все размерите дальше. История, ставим квадрат. Видишь, там стоит уже кто-то. А никто по квадратам не вставал. Ну, короче, встаньте просто уже как-нибудь. Съешьте рыбу и пошлите уже. Гнева в 6 человек убивают. А, да, еще важный момент. История. Короче, за телескопом на перифазе будет метка. За телескопом. Ты должен до туда добежать и в нее встать. Ее полутаешь, только потом бьешь босса. Окей. Разве не хилы ее берут? Okay. Ее берут хилы, но ему удобнее добежать до туда. Okay, okay. Это Рога всегда делает. Тут не нужен прохил какой-то страшнейший. Все остальные убегают в левый дальний угол. Все. ДБМ пул. Да, милика поставили в самый конец. Да? Сразу не бейте, потому что я буду вести и не смогу нормально. Да, никто не срывается никуда. Все стоят на своих местах. РДД могут бить. Похуй, где кто стоит. Милики, не милики. Поебать вообще. А у меня здесь не клинит Рогу. Блять. Скинь с танка, пожалуйста, Боб. Я в ахуе. Люди, вы можете не стоять напротив друг друга? Ну, пиздец. Ну, все, нормально. Давайте на пул на Брокса. И не стойте под лицом. Почему ты под лицом стоишь? Ну, иди за зас. Под лицом не надо стоять. Бейте. Кайна прохильте. Хил-то будет? Некому хилить. Я упала. Один хил упал, один в луже выносит. Падайте. Поэтому нам нужен квадрат поэтому по человеку. Какой да, квадрат по человеку? Вы что мне рассказываете? Я это кару каждое КД ввожу и каждое КД закрываю. Какой квадрат? У нас а люди вот... напротив друг друга стоят. Вы вообще о чем? А как Тянка умерла? Как да я в душе не ебу, как она умерла. Я в луже тупо. На тебе даже метки не было, как ты умерла. Да, я это... расплакала. Забыла, что надо выходить с квадрата. Ой, а рано прыгайте, оттуда бегите. Кто там встал? А потом просите сводить в кару. Блять, половина людей нахуй на освоении сидит. Ну это просто ужас какой-то. Да не, прости, кара, прости. Это слишком сложный инст. Лучше в Грумаги Гер ходить, типа КД. Угу. Верно. Сейчас вот анименнику выбили медальон. Теперь он не будет ходить. Можно Грумаги Гер смело ходить. Вместо кары ходить кару обычку. Да мне печенька нужна последняя. У меня не хватает до фул набора одной печеньки в руку. Сори, я буду ходить в кару Герск с Годфадерами. Все, так вон, там Арт постоянно это хочет в кару ходить, а ему в падлу водить. Вон, скооперируйтесь. Да блин, так интересно. С тобой интересней. Да как? Ну, Хеда, ну что, как? У меня каждую кару горит жопа.
И с каждым разом все сильнее и сильнее. Поэтому, Нурик, ты еще спрашиваешь, чего ж ты не релишь, блядь, эти ебучие инсты? Я поэтому говорю, нахуй мне эти десятки сдались, блядь. Потому что там вот такая поебень происходит. Ставьте рыбу, если есть. Давайте если нету, я слетаю. Какой давай. Статик? Мне, я тебе кучу раз объяснял. Мне закрыть кару 2 часа времени. Вот с кем я хожу, 2 часа времени. Сейчас меня попросили вводить десятки, без проблем. Но как я могу вводить десятки, если люди вайпаются на гневе? А давно ты начал их вводить? Ну, это 5-е КД или 4-е. Ну, это состав да. Просто от рейда к рейду. Нет, меняется. У меня всегда разный состав, потому что я просто даю анонс, кто хочет, тот и приходит. Мы каждый так... раз ее закрываем, все нормально. Но с каждым разом все хуже и хуже. Не повезло просто. Да хуй знает. Гороскоп, если с утра смотришь передачу, там показывают, блядь. Звезды ешьте рыбу. Не сошлись там, в зените не стоят, там какая-нибудь хуйня. Еще раз. Когда вы стоите, ждете лучи, ни при каких обстоятельствах вы не должны стоять напротив друг друга. То есть спереди никого не должно быть, и сзади, соответственно, тоже. У вас сейчас луч упал на танка. Это вообще как? Я первый раз, кстати, вижу. Я так и не понял, как он попал, но такого вообще в принципе не должно быть. Кто-то сорвал, а его не дали довести даже. Да я сорвал. Ну вот, видишь, когда сорвало, значит танк может стать целью луча. Возможно, возможно. Ну это невозможно, это стопудово. По-любому, да. Логично будет. Да, поэтому лучше не срывать, наверное, хант на пуле, ты все равно лучше не бить с пула, пока не поставят. Это все-таки про товары, не ДК с ЛПшками. Кто в принципе, да, уже. Все, встаньте еще раз все около друг друга. Аккуратно. Лапку сдай. Съебитесь кто-то, я хуй знает кто. Кейн, иди там, потом, если луча не будет, прибежишь сюда, и мне поближе к танку поставлю. Бля, вот мне меликом-то заебись прям вообще оттуда. Ну, бежать. Вот когда будет луч, и побежишь лучше носить, если не будет, побежишь сюда, будешь бить. Все, стоим на месте. Я не буду срывать, раз у нас умудряются срывать под напулом. Ждем луча. Луч на мне. Угораете, что ли? Дайте агрона, брать, я говорю. В чем проблема? Все. Скажу зубы, сдашь зубы. Зубы скажешь? Никто под лицом босса не зубы стоит. Сдавай, зубы сдавай. Через 10 секунд перефаза. Все, кроме Роги, бегут в дальний левый угол. Рога бежит за телескоп. По лужам никто не носится. Хилы подальше встаньте. Все, ждем. Все, залутали. Ждем, когда Рога. Никто не бьет босса. Все ждут. Так, а с этой меткой мне просто бить? Просто бей, все. Все, можете бить. Поехали бить. Че, может Гера? Нет, мы ее не убьем за одну Геру. Ну пока все есть просто. Ты думаешь, что потом кто-нибудь сдохнет? Да, 100% уверен. Да не. Да не, блин. А Боб есть? Да, по идее, должен быть уже. Не так каждую перебежку бегать за... Да. Окей, все. Ну, их всего две будет. Вот сейчас еще одна. Если что, у Ретрика бой 5 минут кадешится. А, да? Да, это у Хупала 2 так. Просто. Мне просто показать... Все, побежали. А. Все обратно встали на свои места. И стоим, ждем. Никто не бурстит. Танка держите, прихиливайте.
Ты выйди из-за этой хуйни. Выйди из-за стола. Он хилить не может. Я ты в этой штуке стоишь. Ну я 8 будем, понял. Зубы давай. Уже не надо. На следующий раз. Да, там КД было 15 секунд. Левинь, уходи, Хант, если что. Чтобы мне было куда. На следующий раз зубы сдать. Угу. Сейчас можешь сдавать уже. Я ахуй просто. Дайте что-нибудь. Сокрою, я сейчас умру. Подпильте меня маленечко. Я около вас тусуюсь. Где я там? Вот там ханта закрыли, наверное, эти лучами. Так ты не должен урон полутать вообще. Я полутал урон, потому что просто побежал к боссу. А ты не должен лутать урон. Все, забейте хуй, сейчас задам Геру, блядь. Да без ханта нормально все. Легкое освоение. Все, 8 можно... секунд, сейчас будет Гера. Его можно даже резнуть, блядь. Мне неохота. Давайте, Геру. Походу еще бить, да? А сейчас допинаем уже, что, господи. 15%. Чекай, три луча рядом, все сразу взрываются, да. Дайте вы ребаф по ханту. Куда он, ебать? А ты из-за... Все... Из-за шкафа. Все, поэтому. История, ку-ку. Не, куда ты побежал? Ёбаный сырник, ну вы просто пиздец. Бейте босса. Я в ахуе, мне уже, знаете, мне сначала грустно было, я теперь просто ржу, блядь, с вас. А, весело, ну. Опер. А куда он пошел? Он просто на всех парах побежал в луч другой. Просто пиздец. Да я подумал, что надо бежать за телескоп. Ой, капец, как я тебя уже веду. Мама. В телескоп там посмотреть на Луну, блядь. Я плохо. Но... Приходят людям гениальные решения в голову моментально. О, ангумер нахуй. Прохил. Хорош ты. Ай, блядь, это просто пиздец. Вот тебе на танка, слышишь, вечно. Не прохил. Все, пошлите. Ты, короче, когда это, тебя откидывают в угол, да, ты в самом углу, и вот тут шкаф вот этот есть, и он, типа, ну, прямая линия между боссом, и ты смотришь на него, а ты за шкафом, типа, и нужно просто вот сюда по стенке немножко отойти, чтобы он через этот стол до тебя прямую линию видел тебя, и тогда он... Смысл не залутал, что не залутал? Там потом будет, ты не переживай. Да, он не исчезает, труп не исчезает. А, у меня нету. А он здесь уже, возьми, вот он здесь лежит. Что будет, пипец? Так, ну, в смысле? Ну, подойди и забери, он здесь лежит до сих пор. Давай, я только что там, взял. Молитву почитаем тебе от нервов. Есть такая. Что такое? Я очень хочу, чтобы все прибежали сюда, и мы чистим трэш. Еще раз, там труп не исчезает. Вы его потом заберете, когда мы убьем Малча. Какой-то пидор пришел. Сука. Какой-то пидор его принес. Это собака опять. Привела собака. Когда не собака привела? Значит, без луковски. Я его убирал. Дико, я тебя не понимаю, что ты не можешь к боссу подойти залутать или что? Она спрыгнула уже. Ну вон лестница стоит, алло, вот смотри, вот лестница. Просто пойди и залутай, потом придешь. Да нахуй вот надо, лестница. Потом, на следующее КД залутаешь. По факту. Хули, она пошла и замерла, понятно. Преступление раскрыто.
Все ясно. А мы ханта хотели захуесосить. Что теперь ханта у нас? И лока. Просто разъебать на радостях. Извините.